Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна, хорошей, доброй песни. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях профессиональные музыканты, баянист и аккордеонистка Герасимов Виктор и Лариса. Они заслуженные артисты России, и поэтому сегодня я уверен, что вам интересно будет с ними пообщаться и послушать, что они сыграют. Здравствуйте. 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 Уважаемые Сергей и Геннадий. Мы давно хотели завести разговор на нашей передаче вот о народных инструментах. Мы всегда здороваемся с любителями баяна, гармонии. А вот сегодня два профессиональных инструмента у нас в гостях и профессиональных исполнителя. Я знаю, что вы участники многих больших фестивалей. И не только всероссийских, но и международных. И я даже вспоминаю, и в Италии были. Три раза в Италии были. Вы представляете, вот люди, которые защищают честь нашей области на самых больших форумах музыкальных. Была такая строка в биографии. Ну, вот сейчас зрители послушали ваше исполнение, музыку. Конечно, инструмент очень интересный, инструмент, который трогает душу, сразу захватывает, так сказать, слушателя. Мы привыкли на наших передачах слушать какие-то песни. Сегодня инструменталисты. Как вы нашли друг друга? Вот все, это как все получилось? Вот. Очень просто. То есть я работал уже в академии порядка 11 лет, когда... В Академии культуры. Да, тогда был Институт искусства и культуры, потом Академия культуры и искусства. Сейчас вернулось историческое название Институт культуры, благодаря нашему правительству российскому. Словом, я работал уже 11 лет, когда был очередной прием абитуриентов, и зашла девушка с аккордеоном, а я сидел в комиссии, и она мне все сыграла свою программу, и блестяще совершенно сыграла, вот, и потом попала ко мне в класс обучаться. Ну, вот так в течение года занималась на заочном отделении, работая музыкальным руководителем в детском саду. Ну, а потом у нас сами с собой, так сказать, сложились отношения, завязались, потому что она, Лариса, ну, на 4 года меня всего моложе, и сложился наш дуэт, и мы, конечно, в 88 году объединились в семью, вот, стали очень много выступать сразу сходу, и вот в следующем году будет 30 лет нашему дуэту, и за это время мы сыграли свыше 3000 концертов, объехали всю Россию от Читы до Бреста и от Норильска до Ташкента. Всю Европу практически тоже проехали. Даже в Африке были. И на Кипре, словом, постоянно играли. Да. Вообще, наверное, это не очень все просто. Особенно, наверное, вот для Ларисы. Я думаю, вот себя на ее место поставить, это же надо. Надо семью содержать всю, значит, стирать, варить, кашеварить, да еще брать в руки инструмент с дочкой на концертах. Тяжело ли вот с Виктором живется? Признайтесь для зрителей, ну, наверное, не просто. Ну, нет, живется очень хорошо с Виктором, потому что мы с ним одного поля ягода, и находится время и для занятий, и для концертов, и для воспитания детей, и для ведения хозяйства, и даже для нашего участка земельного в 15 соток. Да, это в костылях. В костылях, да. Ну, если захотеть, можно для всего найти время, а если это еще тем более по душе, да, то это вообще хорошо. Ну, настоящий творческий человек должен успевать везде. Не просто должен, а скорее всего так и есть в жизни. Стараемся успевать, конечно, хотя времени, как всегда, катастрофически не хватает. Зрители готовить. Нас будут ругать, я думаю, потому что они напишут, что мы очень много беседуем. А очень хочется послушать, что вы сыграете. Ну, мы сыграем, мы сегодня приготовили таких три небольших миниатюры. Первая из них – это веселые гармонисты, которые пришли в чужую деревню и сели, и давай, значит,
друг с другом соревноваться. А написал эту миниатюрку наш челябинский композитор Николай Малыгин. И поскольку это Костромская область, там есть такая чухлома, и вот она так и называется, эта картинка, «Чухломские гармонисты пришли в Берендеевку». Интересно. Здорово, да, по-настоящему, большое. Да, такие вот соревнования. Я вспоминаю наши поездки вот в Казахстан, когда в автобусе ехали первые гармонисты, инструменталисты, в принципе, ничего не значащие, но очень любящие свое дело, гармонь. И мы вот в поездке разговаривали, слушали друг друга. Я помню внимательные отношения вот наших тех первого состава Митрофана, вот как они к Виктору внимательно прислушались. Он там показывал, что-то наяривал. Коля Вивчерук улыбался, после этого шли, сыпались анекдоты. Время такое интересное было. Я должен сказать, вот настоящие артисты, они и здесь, и сейчас, и сегодня этим живут, вот этим настроением, любовью к инструменту. Я, конечно, посмотрел в интернете и посмотрел вашу творческую деятельность, и концерты, и видео, какие-то фрагменты. Я знаю, что у вас есть несколько программ. Есть классическая программа, да. Есть эстрадная программа. Есть какая-то авторская программа. То есть вы на концертах вот это синтез делаете всех этих произведений? Или в последнее время, да. То есть получается, и классика звучит виртуозно, и народная музыка виртуозно звучит, и эстрадная музыка, и даже иногда джаз звучит. Вот. То есть то, что публике очень нравится. А когда формировались эти программы еще там 20-25 лет назад, то, конечно, мы делали монопрограммы такие, допустим, звучала зарубежная и отечественная классика. Вот в органном зале еще мы играли. Затем, допустим, музыка уральских композиторов. Вот. Затем программа была «Поезд Победы», там, где все военная тематика была. И Марина пела, и мы играли. Виктор, есть у вас ученики вот по баяну? Да, конечно. Я же 40 лет в академии работал. Вот Лариса моя ученица, одна из лучших. А вообще у меня выпустилось свыше 100 человек. И около 60 из них стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. То есть... Они сейчас связаны тоже? Да, в основном они все связаны с музыкой. Кто-то работает в культуре, заведующими там клубов, дворцов бывает. И такие, которые с коллективами занимаются и сами играют. То же самое с детьми играют. То есть, ну, буквально единицы бросили, допустим, поменяли профессию. А в основном все играют. Да, как-то вот так вот получается. Послушаем что-нибудь. Ну, вот сейчас, кстати говоря, по поводу эстрады. Мы очень много играли музыки Бориса Мартьянова. Это наш был выдающийся
педагог-аккордеонист. Он, к сожалению, в 98 году ушел, умер. А написал он очень много пьес и обработок в эстрадной манере для аккордеона и для дуэта вообще, и для ансамблей различных. Сейчас его обработка прозвучит на тему бразильского композитора Абреу, Зикинья Абреу, бразильский карнавал «Тико, Тико». Угу. Есть такая популярная мелодия. Вот мы эту мелодию и сыграем в обработке Бориса Мартьянова. Я смотрю на Ларису, думаю, откуда вот она черпает вот этот оптимизм, хорошее настроение. Я думаю, наверное, из общения с малышами. Я уже работаю в детском саду. Да, в детском садике давно. Почти 40 лет. Но с этими малышами просто одно удовольствие. Они все послушные, милые, красивые, умненькие, хорошенькие. И вот в нашем детском саду в течение тоже уже 5 лет существует ансамбль «Ванька, встанька», где дети учатся играть на различных музыкальных инструментах. Ну, это простейшие инструменты – ксилофоны, металлофоны, клавиолы, ударные инструменты. Но и на аккордеонах мы их тоже начинаем учить, на баянах позже. В нашем репертуаре ансамбля тоже много народной музыки, детской. И вот хотелось бы про одну песню рассказать, которую написал Виталий Абрамович Вольфович для нашего ансамбля еще, наверное, лет 10 назад. Да. Колыбельная, да? Колыбельная Челябинску. Челябинску. Написал Челябинску. Виталий Абрамович. Вы для детей ее? Да, мы с детьми ее учим, да, мы... как с разными составами. Очень красивая. Можем сыграть сейчас, хотите? Давайте, может, споете? Один куплет можно, да? Сыграйте. Мне очень интересно, потому что эту песню никто у нас не слышал и не знает. Она не звучала никогда. Спит родной Челябинск, спит седой Урал. Засыпай. Засыпай, мой город.
Спасибо Виталию Абрамовичу за эту песню. Мы ее очень любим и всегда используем на своих выступлениях с детьми. Планы у вас какие? Вот что-то впереди. Планы у нас отдохнуть и накопить здоровье. Бесконечного количества потому концертов. Что, да. Нет, концертов сейчас стало меньше гораздо, потому что сейчас очень трудное время. Ну, бывает, вот мы приехали вчера только из Тюмени, да, из Шадринска, там были у нас три концерта было. Вот. Ну, вообще, конечно, бывают концерты, но мы уже... Как говорят музыканты, на диминуэндо идем в своей деятельности, поскольку... Диминуэндо – это затихание, да, затихание. Термин. Да, потому что трудно становится уже играть. Но я думаю, что у вас зрители все равно есть, потому есть, что да. За 40 лет деятельности, причем с такими разнообразными 30 лет. Программами, вот если бы... То есть люди старшего поколения все равно ходят и слушают. Да, конечно. Потому что вот столько много произведений, они вспоминают свою молодость. И да, наверняка кстати, у вас мы есть ретро-программу, да, делали такую ретро-программу вместе с детьми. Вот. И вот у нас еще есть второй ансамбль. Дети подрастают, 5-6-летки в Ваньке, встаньке играют, поют. А те, кто подрастают, они к нам в музыкальную школу идут. Из них мы еще 15 лет назад создали ансамбль «Рио Рита». Такое, то есть ансамбль баянистов, аккордеонистов. Вот, где мы и живьем пьесы. Играем. Да, мы назвали его по названию пьесы. Живьем играем, играем под фонограммы, что сейчас очень вообще интересно, так и модно. И вот пьеса, которая у нас визитная карточка ансамбля, она так и называется «Рио Рита». Любимое Играете? Произведение да, очень многих людей. Сейчас эта мелодия испытывает второе рождение. Написал ее испанец немецкого происхождения еще в 30-е годы Энрике Сантеухини. Когда я веду концерты, и мы играем, и я им говорю, зрителям, что фамилию эту нужно говорить только в трезвом виде. Потому что Сантеухини – это трудно выговорить вообще. Мы сделали обработку, собственно, этого... Пасадобля и очень ее... интересно. Вот, очень. Кстати говоря, позавчера мы ее в Тюмени играли дважды, да? Послушай. Thank you.
Очень оригинальная обработка. Здорово. Сразу вспоминаются танцевальные площадки, где духовые оркестры, и в обязательном списке танцевальных произведений «Риорита». Это вот нет ни одного человека пожилого возраста, который бы не вспомнил и не любил бы эту. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за виртуозную игру. Я уверен, что зрителям это понравилось. И, конечно, эта же встреча не последняя. Мы на концерты вас будем на своих приглашать. Спасибо. И вот сейчас близится большой праздник, День Победы. Обязательно, конечно, будем приглашать и стараться с вами контактировать как можно чаще. Спасибо. А если вам понравилась наша программа, пишите письма 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Спасибо большое.